Привет, друзья, и мы с вами продолжаем выживать Last Day. У нас сегодня подготовка к рейдам, то есть мы выполняем 5 заданий и идем сразу же на рейд. Давайте посмотрим, что там у нас за задания. Если честно, эти задания имбовые, полностью имбовые, кроме щенков. Я, если честно, не знаю, где их искать, так как на старой ферме, ну, максимум 1-2 попадается. Один у нас находится где-то на территории, второй у нас попадается с небольшим шансом. Это в сарайке, да, который у нас находится под ключом. Также будем искать. Но, что интересно, у нас есть... Задание 5 диких гигантов. Это вообще что-то с чем-то, как раз старая ферма нам пригодится в поиске щенков. А самое бомбезное, это у нас бабуля. Бабуля, тебе жопа будет. Ох, бабуля, я тебе дам на люлей. Ох, люлей, я тебе надаю. О-о-о. Да, идем на бабульку, мы идем без С4. С4 мы тратить на эту бабку не станем. А, как-то давным-давно я уже ходил на нее, так что... Пойдем сегодня прямо с вами. Ну и плюс, конечно же, военный сетик, как всегда, это самое легкое. И 5 топоров. Все, что нам надо, это, конечно же, ресурсы. Я, конечно, еще пока временно не подготовился, чтобы идти. В чоппере, если... О, тетери-тери. В чоппере, если что, есть у нас уже бензин. Да, что вы там видели, это была старенькая. Я забыл чоппер разгрузить. Что нам надо? Так, нам нужно что? Миниган. Это в первую же очередь миниганчик, друзья, мы находим. Так, если не находим, то в другом. Опять не находим. А где миниган-то у меня? А, во, миниган. Миниган нам, друзья, пригодится. Также я возьму с собой, конечно же, это кувалду и катану, чтобы зачистить. Где у нас находится старая ведьма? Ну, старая бабка, я все время ее называю бабкой, пускай будет бабкой. Так, также, наверное, давайте возьмем просто глоков, да, чтобы побыстрее дойти до синего сундука. То есть пойдем на старую ферму и получим то, что нам пригодится. Вот так вот. А, также надо, конечно же, их немножко модифицировать. А, да, конечно, конечно, я... Иногда это вылетает. Да, вы точно уверены, у меня вылетает, потому что... потому что, друзья, этот дробовик... Вот, знаете, топовый дробовик есть. Да, конечно, знаете, что я спрашиваю. Вот, иногда этот дробовик у меня слетает топовая... топовый сет, точнее, слетает с дробовика, и я его просто-напросто порчу. Если честно, я не помню, где у меня этот дробовичок. Придется немножко подыскать его. Где-то в сундуках он, по-моему, у меня находится. А, вот он. А у меня он немножко подломан. Ничего страшного, мы все равно бежим. Там на заправочку забежим, да, и мы с вами его починим. Хотя есть еще один. Давайте на всякий пожарный я возьму. Я вот не помню, у меня... Так ты откроешься или нет? Не помню, у меня там есть этот... Или нету. Ладно, ну что, я готов. Поехали на старую ферму. Сначала мы получим 5 гигантов. Посмотрим насчет щенков. На старой ферме нам нужно быть тихим. То есть начало у нас начинается. Вот эндаки вырезаем одного зомби-ферму. Получаем еще и дикого гиганта. Это первый, друзья, которого мы убили. Нам еще осталось 4 штукенции. Вызываем сюда фермера, режем его тихонечко и бежим уже дальше. Здесь, если честно, щенок находится или вот в том месте, вот там в углу, на мини-карту, друзья, да, смотрим. Вот. Или щенок находится вот здесь, в этой толпе. Ну, хотя я его сейчас, по крайней мере, не вижу, значит, здесь щенка у нас нету. Второго гиганта я вырубаю в этом месте. Вот так вот. Третьего гиганта можно вырубить вот в этом месте. Вот он стоит. Оплеухи толстяк. Ждем. Ой, а что, у меня пистолет сломался? Ладно, не беда, есть еще один. Сдохни. То есть это был третий. Этого мы не трогаем. Здесь мы по-быстрому пробегаем. То есть ползком. Вообще имбовая вещь. То есть иногда щенки у нас стоят вот здесь, в этом месте, да, вот в этом углу. А иногда вот в этом углу. То есть у нас есть шанс, что там есть все-таки щенок.
Сейчас, друзья, мы посмотрим. И эту сарайку мы тоже с вами откроем. Синий сундук я, наверное, открывать не буду. Так как у меня, если что, задание вылетит, у меня хотя бы оно будет действовать. Так, ждем, пока у нас разоритель бесполезный пройдет. Был разоритель бомбезный, 2000 хп. Но почему-то разработчики посчитали, что это слишком много. И сделали просто пятихатку какую-то нелепую. То есть он обратно идет. Вообще жопа. Все, наш разоритель ушел. По крайней мере, далеко. И нету, друзья, тут никакого щенка тут нету. Давайте я тогда ресурс заодно заберу. Чтоб он здесь не валялся. Все-таки проволока нам пригодится в дальнейшем. Проволока — это жесть. Также самый топовый сундук, друзья, не забываем, лутайте старую ферму. Здесь попадаются хорошие вещи, но, по крайней мере, мне нравится. Ну и как раз у нас получается четвертый дикий гигант. Бах. Режем, выбиваем, убиваем и получаем ресурс. Блин, такое себе. В этот раз мне не повезло, а иногда здесь очень офигенские ресурсы падают. Дробовики, огнестрелы, просто имба. Ну что, пойдемте тогда сейчас бегаем за сундуками. Я, правда, не уверен, что я с этой стороны добегу. Да, я не уверен. Молодец. Надо с другой стороны заходить. И там получится забрать их. Да, блин, этот разоритель, ну, ей-богу, мешается здесь. Ты что, обратно пошел? Круто. Ну, ждать, если честно, я не буду, пока этот разоритель проходит в обратную сторону. Мы просто на картах проходим мимо. Можно этого толстяка, да, убить. Но побежит там, по-моему, другая толпа. Этого толстяка, конечно, ни в коем случае трогать мы не будем. Давайте лучше японских городов. Что ж у вас так много-то? Ладно, разберемся тогда вот с этими. Зараженный волк. Что там такое? Че вы там застряли, что ли? Дикий гигант. Это пятый. Ну и это шестой, конечно. На всякий пожарный можно ей шестого бахнуть. Ничего страшного. Надеюсь, что этот ключик у нас находится здесь. Вау, ничего себе, вот это четко я попал. Забираем шоколадку, немножко дуба и получаем люлей. Вы что тут, офигели что ли? Спотишка, да? Трое на одного? Ну это вообще нечестно. О, нифига себе, седьмой дикий гигант ползет. Хилимся, ну и пошлите открывать тогда сараечку. Сараечка у нас находится немножко подальше. Хотя вы уже знаете, где сарайка. Оббегаем тихонько. Самое главное... О! Самое главное, чтобы не воткнуться в разорителя. Лазорителя, блин. Опа! Открываем сарайку. И тут щенка нету, но есть сундук синий. Друзья, короче, на старой ферме что-то я вообще не нашел ни одного щенка. Бензин еще возьму в довесок. Ну, ладно. Проволока мне пригодится. Остальное мне нафиг нужно. Синий сундук у нас здесь валяется. Я, по крайней мере, думал, что... Я заберу его. Ладно, тогда что? У нас остается еще один шанс на получение щенка. Он находится у нас... Тихо. Разоритель топает сюда. Разоритель я не хочу трогать пока что. Пригодится. Вот так вот обходим тихонечко. То есть у нас есть шанс получения щенка еще вот в этом месте. Не знаю, не уверен что-то. Но давайте рискнем, попробуем. Блин, ну тут пипец. Придется убивать некоторых зомбиков. А вот и щенок, друзья. Вот и щенок. Вот ты где спрятался. Еще и девочка. Ой, какая красавица-то. Вы посмотрите. Ой, хвостиком-то мне машет, скажет. О, банана, забирай меня домой. Опа, я еще и ящик в итоге скрою сейчас. И ресурсы я эти, конечно, заберу. Ну, правда, здесь ресурсы такие. Такие себе ресурсы. Все, друзья, можно уходить с этой старой фермы. Так как мы с вами получили одного щенка. Это максимум, что я здесь нашел. Можно также получить щенка. Это на гуманитарном грузе. Но там, конечно, шанс получения тоже маленький. Да. Ну и плюс, конечно же, это красная локация. Там тоже бывает шанс выпадения щенка. Точнее, не выпадения, а получения щенка. Вот так вот. То есть вот у нас один щенок и старая ферма пройдена. Побежали к старой бабке. Есть у нас простой военный сетик. Я тогда его сейчас надену. Сейчас все равно буду сражаться с толстяками. Да, не будем тратить.
просто-напросто. Я, конечно, уже потратил. Мне показалось, что я в военном пошел, но не заметил главное. Вот этих всех утырков мы убиваем с легкостью рук. Опа! Нифига неплохо, пол жизни сносит, а кувалда, и нормально. А был бы, конечно, если разрушитель, там есть шанс с пилой распилить полностью толстяка. Ну, есть. Ну, маленький, но есть, друзья. Так что вот так вот. Этого мы сносим. Можно, конечно, и кувалдой, можно и катаной его разрезать, этого тактического зомбика. С одного удара. Я не знаю, зачем я кувалдой тут машу. Кувалдой лучше вот толстяков сносить. 240 и остается 95. А, 92 хп. Ну, нормально, нормально. Так вот. Побежали. Там совсем немножко осталось нам. Сейчас всех повырубаем. Ну и бабка, конечно же, тоже полетит. Бабка сразу же полетит. Первая серия, друзья. Кто помнит первую серию, когда мы встретились с этой бабкой? Это что-то с чем-то было, если честно. Это, блин, вообще было респект. Бабуля, блин. Это была бомба. Так. Ну, если кому интересно, друзья, да, я справа с верхним углу, в верхнем углу, я оставлю ссылочку на тот ролик. Если интересно, то, конечно же, заходите, смотрите. Кто не смотрел. А кто смотрел, можете еще раз пересмотреть. Это тоже бомба. Ну что? А, еще остался один. Это у нас кислотный толстяк. Ой, фу. Токсичный, блин, зомби. Все, мы вырубаем его. Давайте ставим миниган. Вот я не взял с собой, конечно, хила. Но надеюсь, что этого хила не хватит, по-моему. Блин, я дробовик забыл починить. Я дробовик, друзья, забыл починить. Значит, придется новеньким дробовиком пользоваться. Ну ладно, у меня есть аптечки. Давайте тогда достану расходники. Есть у меня тут немного, совсем чутка, 200 штук. Вот так вот. Это на всякий пожарный, да, если что, у меня закончится здесь. Ну все, пошли, пошли, моя нога, будем вершить наши, блин, дела. Вот так вот, тихонько подходим, тихо, и начинаем. Первая ведьма закричит первый раз, это на 1500. Все, теперь мы начинаем просто с вами наяривать круги. Пока у нас сзади не будет огромная толпа вот этой всякой... Что это такое? Ползуны. Очень огромная толпа. Вы видите, сколько их... Ой, а где там застрял-то? То есть, самое главное, смотрим на свой хил. Не забываем про хил. Самое главное, чтобы он был у нас целенький. Не ниже полтинничка. Волки нас неплохо жрут. Вот так вот разворачиваемся. И нормально. И нормально. Пол толпы мы снесли с вами... На изях, просто на изях. Не знаю, что за слово такое странное. Мне на язык все время налипнет, я и говорю. Вот так вот получается. А сейчас у меня перезарядится еще раз дробовик на картечь. Да, и еще разочек мы выстрелим. Как раз мы убьем остатки. Все, остатки бах. Первым делом, друзья, когда у вас такая огромная толпа, первым делом убивайте... Это вот этих ползунков, вот этих красных, да, первым делом вы их убиваете. То есть, если вы убьете волков, прибежит бабка. Все. Она моментально прибежит. Просто-напросто моментально. То есть, первым делом убиваем это вот этих красных ползунков. Я забыл, опять как называется просто. Опа. Далее. Сейчас немножко. Еще разочек. И пятихаточка у нас сейчас будет. Все. Не забываем хил. Что такое? В смысле пятих? А! Ты что, офигела? Я чуть, блин, за карту не убежал из этой коровы. А я думаю, что за фигня? И она меня бьет и бьет, бьет и бьет. Въехать не могу. Оказывается, что я не до конца их убил. Ползун. Странный, конечно. О, тихо, я чуть в чоппер свой не влупился. О, собрали всех? Нормально собрали? Волки куснули? Ой, не на ту кнопку нажал. Я не на ту кнопку просто нажал. Опа! Беги, беги, маленький, беги, 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 хороший. А чё я волков-то не убил? Хотя бы одного-то надо рухнуть. Они кусаются очень больно, эти волки. Ладно, перезаряд тогда. Ничего страшного, пускай они кусают. У нас это... А у нас это уже, ё-моё. Но если сейчас у меня сломается сетик... Так, мальчики...
Переодеваемся и бежим, бежим, друзья. Вы видите, сколько отхилилась бабка? Она просто нелепо отхиливается. То есть, ага, если честно, получается, вы ее убиваете чуть не раза 3-4 за вот эту всю систему. То есть она дома отхиливается вся полностью на ура. Я не знаю, почему я бегу все время. Давайте будем ее убивать. Пулемет пока раскручивается. Ё-моё, 5 хп. Ты чё, бабуля, офигела, что ли? У меня 5 хп чуть... Вот это ты даешь. Ты я немножко присрался. Представляете, если она сейчас меня здесь... А, не, не надо. Не представляете, все нормально будет. Все вообще бомбезно будет. Все, стоим. Получаем втык. Ёб твой Дашка, да ты чё? Вот этот фрагмент надо будет повторно зарядить. Вы видели? Я ее просто расчетвертил. Это что? Я даже не понимаю. Это вообще как это может быть? Нога, нога, рука, рука. Еще и башка. И плюс тут части тела. А там что за брод? Сброд идет ко мне. А, здравствуйте, товарищи. Если честно, вот этих лунтиков, которые сейчас ко мне направляются, я всех убиваю. Для чего? Да вот для чего. Вы посмотрите, сколько опыта мне дали. Ну вот это респект. Я бабку расчленил полностью. Офигенски у нас получилось. Пошлите, зайдем сразу еще на заправочку. Я починю свои дробовики. Ну и отправимся домой. Там осталось у нас два задания. Это сет, топоры. Ну и щенков придется пропускать. Так, мы уже с вами добежали. Давайте сейчас я, что у меня получается, есть крутнуть. Есть один разочек крутнуть. Я сегодня, оказывается, не крутил. Я думал, крутил, оказывается, нет. Ну вот, фишечки, это бомба, конечно. Спасибо вам за эти фишечки. А здесь, получается, у меня калаш лежит. И давайте просто починим то, что у меня останется на починку. На починку я, наверное, то есть оставляю один глок. Пускай он чинится, да, все-таки машина будет работать. Два дробовика вот этих, просто бомба, друзья. Просто бомба. Здесь что у нас получается есть? Опа, сталь я выкупаю, сталь мне нужна, по крайней мере. Кто-то мне писал, ну, давным-давно, конечно, почему ты не покупаешь мины. Ну, я считаю так, что мины за сотню это дорого. Да тем более мины нам вообще-то хватает. Скар за 175, друзья, я возьму. Миниган не надо. Дробовик, МК, все это как бы есть. Так, бесплатный этот я забираю. Это мне не надо, не пользуюсь едой, так как у меня ее очень много. Шанс найти редкий предмет увеличен. Бомба. Не знаю, на кой черт, ну ладно, но это бомба. Пускай будет так. Ну что, возвращаемся тогда с вами обратно домой. Мы все полностью починили. Это все полностью дома, конечно, придется раскидать по разным шкафам. Так, что у нас получается? У нас получается... давайте я, наверное, вот это... А, не скину, у меня здесь места нету. Блин, у меня места тут вообще... Если честно, дома, друзья, место у меня закончилось, представляете? Я не знаю, что куда теперь убирать. Просто-напросто я пихаю... Все в сундуки. Так, щенков можно здесь оставить пока что. Вы видите, где у меня аптечки находятся. Это что-то с чем-то. Изоленты в довесок вообще за глаза хватает. У меня просто забиты сундуки полностью. Тихо, я застрял. Ресурсами. А самое интересное, конечно, впереди. Ожидайте роликов. Не буду сейчас ничего комментировать. Японский городовой. Тут место закончилось. Как мне быть? Как мне быть? Как мне тебя-то удалить? Давай вот так вот сделаем тогда. Здесь что получается? Немножко есть сталь. Да вообще. Ну что это такое-то? Где мое место все? А что ты тогда не залазишь-то сюда? Что за бред? Давайте немножко сюда закинь. А, еще любить. Да как так-то, блин? С сундука на сундук бегаешь, как утырок, да? Туда-сюда, обратно. Тебе и мне. Ой-ой-ой, приятно. Что у нас здесь? Пружинку мы закидываем тогда. Ага, ага. Все бомбезно. Тут у нас все нормально. И места у меня больше нету. Да, вот куда все это барахло закинуть? Если честно, друзья,
Мне надо всегда иметь хотя бы один ломаный глок. Один, но надо хотя бы. Потому что эти ломаные глоки дают шанс большой. Ну как, небольшой, конечно, но дают шанс, что база попадется нормальная. То есть сюда ложим огнестрел. Вот так вот. То есть, ну придется ложить туда огнестрел. Ну, вы видите, что у меня тут вообще происходит. Это свалка. Вот, как раз я тебя нашел. Ты мне как раз пригодишься. А, подожди, у меня есть место, по-моему, в сундуках. Место у меня, по-моему, в сундуках есть. Я же взял ведь огнестрел. Давайте скинем, что влезет. Так, это сюда. А, я что-то левое туда скинул, да? Да, я лишнее закинул. Я, друзья, туда что-то лишнее закинул. Есть место в сундуках. Это жопа вообще. Это, друзья, вообще жо-ская-жо. Ладно. То есть, получается, у нас здесь есть место, да? Да. За место этого я заберу, ну, просто два дробовика, пускай они вместе будут. Я хотя бы буду знать, где они находятся. А то в каждом сундуке по чуть-чуть я и найти вообще не могу ничего. Да пипец. Я не могу запихать этот гранатомет никуда. Хоть удаляй. Но удалять-то нельзя. Нельзя, друзья, удалять такие вещи. Ну что, пойдемте выполнять до конца все задания, которые у нас остались. Вот сюда закидывай, пускай он здесь находится. Да, Етишкин Матрешкин. Здрасте, мордасти. Я тебя тут ждал. На, вообще. Вот. И получается, у нас будет шанс на получение шикарной базы. Потому что, когда берут глоки, огнестрелы, что-нибудь такое бомбезное, да, огнестрельное там, вещи хорошие. То есть попадается база вообще отличная. Не знаю, что я несу. Порядком. Ну что, давайте мы с вами тогда это пропускаем, так как, ну и правда, я этих щенков не хочу искать долго. Сет мы делаем, 5 топоров мы с вами делаем. У нас получается сет есть. 5 топориков как раз нам пригодятся для рейда. Это вообще респект. Сколько мы там создали? Вот так вот. И создаем с вами еще один сет. Если честно, я этих сетов в каждый день по штук 10-20 делаю. Ну, по 20, конечно, это перебор. Ну, штуки 3-4-то я за день точно делаю. Ну что, офигенски. Давайте тогда сейчас мы с вами еще подготовимся к рейду. Я закину тогда сеты. Не сеты, а сет я закину сюда. Надеюсь, тут место у меня еще есть. Вот так вот. Возьмем с собой это огнестрел. Катана у нас есть. Конечно, катана у нас там на один плевок. Но все равно катана есть, значит, есть. Нормально. Возьмем с собой тогда огнестрел. Возьмем мы тогда. Так, стоп. Мы возьмем с собой глок. Так как глок все-таки нам пригодится, да, больше всего. И возьмем, давайте, С4. Хотя бы одну, если что, мы с вами вернем. А, подожди, подожди, стой, 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 стой. О, это у меня приготовилось. Нормально. Сейчас тогда готовим еще. А потом на рыбалочку как-нибудь сходить за карпом. А то карп заканчивается все-таки. Так вот. О. Давайте съедаем коклетос, закидываем новую рыбку и пускай готовится. Хотя бы у нас время будет не зря проходить на подготовочку. Ну что у нас там получается? А, канистры. Блин, если честно, канистры я, наверное, брать не буду. Я возьму лучше 20 бутылок пластмассовых, пустых. Если они у меня есть, правда. Да, есть. Блин, канистры придется сюда закинуть. Не буду я бегать из-за этого. У нас там немножко время заканчивается. Наших коклет. Ну что, поехали на глобальную карту. И база называется у нас... Вау, это что-то новенькое. База, если что, я не понимаю, что это тут написано. Это L или I? Если L, то Love Coco. Love Coco. Love Coco, что ли? Или по-другому, если это I, то это Ивей Коко. Ивей Коко. Ну, короче, друзья, если знаете английский, переводите сами. Я поехал на эту базу. Мне все-таки интересно, что мы на этой базе с вами найдем. Ну и что нас тут ожидает? Если честно, я вижу каменную базу. Большая каменная база. И титири-тири-трали-вали база. Блин, по-моему, что-то знакомое, если честно. Даже название я сидел и думал.
Что-то, по-моему, где-то я как-то его слышал, это название. Ну что, я не знаю, в какую дверь мы будем входить. Давайте, наверное, с обратной стороны просто вот сюда влупимся и все. Вот сюда, вот примерно где-то, ну, пускай будет посередине, потому что здесь может быть в любом месте стоять радио. Опа! И мы попали прямо в сундук. Офигенно, то есть у нас начинается самое интересное. 7 сундуков, друзья, нас встречают на этой базе. Поприветствую их, пожалуйста. Надо же кислород. О, что это такое? Ничего себе. А досочки-то я заберу. О, досочки мне нужны, и досочки мне пригодятся. Хорошие досочки. Очень хорошие досочки. Железо чутка совсем капелюшку. Так, немножко гвоздей. Ну, это я не знаю. Буду брать. Буду без понятия. Железный материал я не вижу никакого смысла здесь трогать. А сундуки, друзья, у нас второго уровня. Так что здесь, наверное, что-то интересное. Но у нас бежит первая волна. И где она? А вот она, моя волна бежит ко мне. Она одна бежит, она ко мне. Хороший удар, хороший толстый удар, хороший. Второй сундук нам приносит какую-то габеллу. Ой, ну ладно, стак спирта я возьму. Хотя я кричу, что его много, но все равно возьмем. Пофиг. Тут все равно просто больше делать нечего и брать нечего. Ну да, конечно. Ну и базища, блин. Начало было очень великолепное, а продолжение... Твою мать, ты чё? Куда мне нафиг эта еда? Я не буду брать. Мне не надо. Ну ладно. Сухую еду я возьму. Ладно. А мы возьмем еще с вами этот компот ягодный, да, компот, да, мы возьмем его. Пускай будет, пригодится. Водичка у нас и так дается бесплатно. То есть водичку мы брать не будем. Ну, блин, такое себе, конечно, ожидалось что-то грандиозное, но оказывается вот такая лапша. Ну, вот вы посмотрите, что происходит. Ну, как вам? Нравятся такие рейд-базы? Мне нет, если честно. Я знаю. Но ничего не могу поделать, друзья. Как я и говорил, мы с вами полностью проходим эту рейд-базу. Да, мы с вами, конечно, и рейд-базу пройдем. Мы ее и зарейдим, и ресурсы домой унесем. Я зеваю просто. Вот так вот. То есть, вот такая у нас рейд-база. Мне даже самому немножко смешно. Ну, если честно, да, вот если вот так вот, ну вообще, рассуждать вот так вот, да. Ресурс, друзья, как бы ресурс, это тоже имба. Ресурс для нас это тоже имба. Не только собирать все время, конечно же, огнестрел. Если с огнестрелом переувеличивать, то места дома никакого не будет, как и у меня. Да. Надеюсь, вы это... Ну, в будущих роликах, надеюсь, вы это узнаете. Ну что, у нас остается 3 сундука. Остается что там? Взрыв. Ну, взрыв я, наверное, не буду делать, так как я так понял, что там еще чоппер где-то валяется. Так что взрыв мы не будем делать. А что, бежит волна? Да опять волна бежит. Да вы чё, товарищи? На кой черт вы ко мне бежите? Фу. Хорошо, я с ними справился. Хорошо, что Глок со мной. Я беру всегда с собой видеокамеру, а тут я с собой беру всегда с собой. Нет, подожди, как это так? Я всегда с собой беру огнестрела. Я не знаю, как это выразиться. Это будет не очень складно. Ну, самое главное, что мы берем с собой огнестрел. Это имба. Ну что, я взял с собой проволоки, я взял изоленты, я взял ключи. Изоленты я все заберу. Потому что я потратил сюда, сколько топоров-то мы брали? 5. Ну, все равно, мы заберем все. Пускай будет так. Что у нас получается здесь? Здесь у нас... О, вот это мое любимое. Карточки, талончики. Ой, вкусняшечка, бомбезная. 11 мобильников я также, друзья, забираю. Угу, нам это пригодится. Ну и последний сундук у нас получается... Если честно, на этой базе я ничего интересного... Это что такое? Это, знаете, такое ощущение, как будто ты на толчке сидишь. О-о-о-о! Такие звуки, это что-то с чем-то выдаются. Да, я тоже так это услышал. А мельком... Ну что, у нас есть немножко огнестрела. Ну, как бы я так сказал бы, да, это не огнестрел, а одно название от него. Если честно. Это одно название, правда. Я тогда так поменяю. Есть еще один топорик, мы ломаем, ломаный выкидываем, возьмем разрушитель. Ну и, конечно же, я взял бы еще 12
Дуба, если честно, я бы его забрал бы. О, вот так вот сделал. Все, блин, классно. И ладно, что забрали, и то приятно. Ну что, друзья, как бы так сказать, что здесь, конечно, возвращаться домой можно было бы, но есть одна проблема, то, что мы с вами здесь и не умирали. Давайте здесь на месте с вами, конечно же, и попрощаемся. А сейчас мы заценим, что мы вытянули с этой базы, которая мы... на которой мы с вами, конечно же, находимся. Да, мы нашли огнестрел. 6 штук ломаных. Если честно, так посчитать, здесь, наверное, от силы 3,5 глока. Если так посчитать. Ну, вот если так посмотреть. Ну, пускай будет 4 глока. Ну, это максимум. Нет, 4 не будет. Тут 3,5 где-то примерно. Вот. А также карты, талоны. Да, талоны. Это не карты, это талоны. Да, это талоны. Я все время путаю. Ну, не беда. У меня бывает это всегда. То есть мы получили сухую еду. Сухая еда, это намного лучше, чем, наверное, жареная, по-моему. Где-то я как-то слышал это давным-давно, в прошлом. Получается 4 стака досок, 1 стак спирта. Ну и плюс на разборочку немножко ресурсов, дуба. Конечно же, проволоки, бензина. Бензин, да, я взял с собой бутылки, но они не пригодились, так как здесь даже чопера нету. А железо мы взяли с вами, да, еще плюс гвоздей, да, гвоздики-то у нас вообще в попе мира находятся, как бы так. Как бы так красиво поставить-то еще. Вот. У нас получается 30 железа, 8 железных пластинок, голова перестает варить. И, конечно же, 17 гвоздей. Получается вот так. 10 дубовых досок, ну и 40 компота. Это имбово. Если честно, это имбово. Ну что, друзья, конечно же, я не дома прощаюсь, но все-таки. На сегодня я с вами буду прощаться. Если вам понравился ролик, поддержите его лайком, подпиской на канал. Все ссылочки вы найдете в описании. Желаю всем чистого неба над головой, приятного просмотра и всем пока-пока.